221 крупных кристаллов добыли из всего объема сырья. Вес самого большого – 36,5 карат. Технология обработки руды ничем не отличалась от предыдущих экспериментов с других месторождений. Вот только мельнице мокрого самоизмельчения пришлось работать с производительностью 200 тонн в час вместо допустимых 250 тонн. Причина – особенности мунской руды. Всегда, скажем так, себя вела в технологическом процессе таким образом, что частенько подвисали бункера перед мельницами, частенько подвисали, значит, запрессовывались лючки в рудоделителях, рудоделители, лючки на дробилке, на конусной. То есть некоторые проблемы были в приемке, ну, что в свою очередь также влияло на производительность мельниц. Вот. В принципе, отработали, задачу выполнили. За время эксперимента отработали порядка 146 тонн руды. Извлекли около 87 карат алмазного сырья. Результаты превзошли все ожидания. Содержание себя оправдало относительно балансового содержания всего этого рунного столба на 1,2%, на 1,2%. По ценовой характеристике страховая цена цода отошла выше, чем была с нами запрогнозирована в плане алмазодобычи, но будем дожидаться результатов оценки Центра сортировки алмазов. Все кристаллы отправлены в Центр сортировки алмазов в Мирный. Там и будут определены главные характеристики – дефектность, преимущественные формы, степень повреждений, размеры. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».